Зерневы клін адкрытага акцыянернага таварыства «Гарадзец Агра» звыш 5,5 тысяч гектараў. Больш за 85% ўжо прыбралі. Ураджай добры – звыш 13 800 тонн з паказчыкам 36,7 центнера з гектара. Для таго, каб хутчэй завершыць работы, сюды запрасілі камбайнераў з іншых гаспадарак. Мы очень благодарны соседям за помощь. Те года мы даже помогали другим хозяйствам. Но этот год как бы сложнее нам дался. В связи с погодными условиями здесь прошел ураган, немного нам навредил, то бишь положил посевы, много полеглых посевов. У полях 15 своих комбайнов и 6 з інших господарок, сирот их и со Стрыгова. Там уборку завершили несколько дней тому. На полях не своей господарки Василь Коляда працует третий день. Ну, я бы сказал, удачный год для урожайности неплохая. А справились мы где-то немного больше, чем за 2 недели. Хорошо прошла уборка. У нас здесь 3 комбайна убирают. Я и как-то и раньше участвовал в уборке. 3 года тому назад, наверное, в городце помогали. Ну, надо помочь, потому что их посевные площади огромные. У связи с хлеборобами и водителями у день они ожицеляют до 10 рейсов с поля. Проте идет зладжено, как годинник. 6-й день работаем, чтобы быстрее убрать. Чтобы не осталось зимовать. Уборку открытым акционерным товариществе «Гарадзец Агра» планует завершить в наступные 2-3 дні. Евгения Мороз, Алексей Рыбкин, телерадиокомпания «Брест».